Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу представиться. Меня зовут Карадима Татьяна. Я художник и преподаю изобразительное искусство. Здесь, в Греции, уже более 10 лет преподаю в своей частной студии арт, студии изобразительного искусства. Хочу поздравить всех участников с тем, что они проявляют себя в этом замечательном конкурсе, международном конкурсе. И могу сказать, что даже перед выходом официальных результатов все победители, я так считаю. Также признательна организаторам этого международного конкурса и благодарна за предложение быть в команде критиков этого конкурса. Теперь перейдем конкретно к работам. Хочу отметить то, что оценивать работы не было так просто, потому что возрастные категории были абсолютно разные. Детально я не буду говорить обо всех работах, но скажу свое мнение и по каким критериям я оценивала работы. И работа, которая меня заинтересовала и получила 9 баллов, это работа Вероники под названием «Мост над суетой». Эта работа меня поразила и заинтересовала. Почему? Потому что здесь я почувствовала индивидуальность. И так как мы знаем, каждое произведение искусства, каждая работа – это общение со зрителем, работа прежде всего на самовыражение. Возрастные группы разные. Дети выражают себя красками более эмоционально. Взрослые выражают себя в грамотности, построение, рисунок, композиция. Эта работа – это не просто Лондон, как нарисовала Вероника. Это изображение ее мечты. Поэтому здесь мы видим не мокрый, серый, неуютный город. Мы видим здесь радужные краски, так как девочка хочет, может быть, так воплотить свою мечту, поехать, побывать, посетить этот прекрасный город. Поэтому радужные краски, здесь самовыражение. И могу сказать такое выражение, не то что стиль, но духовное выражение. Посмотрите теперь на некоторые работы, которые, хочу сказать, все работы чувствуются, во всех работах чувствуется грамотность, чувствуется опытность, чувствуется мастерство. Молодцы. Но некоторые работы я оценила пониже. Например, работа Анны мной оценена 6 баллов. Почему? Потому что эта работа, хочу немножечко детальнее сказать, она мне напомнила работу, поэтому я подготовила, и рядом со мной находится иллюстрация одной из картин известнейшего знаменитого художника Глазунова «Красавица». Эта работа интересная, чудесная, отличная, шикарная, но все очень красиво, все прекрасно и также скучно. В этой работе отличное выполнение, отличная графика, хорошая техника, но дело в том, что немножечко скучновато. Я ищу, если сравнивать две работы, я ищу этот вариант. Здесь мы видим тайну, здесь мы видим образ. Картина разговаривает со зрителем. Еще раз повторюсь, работы все достойные. Молодцы, ознакомилась со всеми. Но отдельно, как я уже сказала, отметила работу Вероники. В заключение я хочу пожелать всем творческих успехов и, как говорит, как
фразу «красота спасет мир», более точнее могу сказать «искусство спасет мир» и положительные эмоции. Молодцы организаторы, и еще раз благодарность, поздравления всем, кто принимает участие. Они, эти люди, своим творчеством, своим талантом дарят эту красоту миру. И мир в этом нуждается. Положительной энергии прежде всего. Попрощаюсь с вами сейчас. До свидания и привет из солнечной Греции. Пока!